Победителя соревнований встречаем с блином. Масло никто не будет на масле жарить. А ты... Наливайте. Даша, бери тоже. Спасибо твоей сковородке. И спасибо этой... Вот это я понимаю, ложкой наяривать. Детский сад, ясельная группа, вы же 5. Мне нужно 5. Так книжки в тот раз. Слишком сильно вытащили. Давайте я налью. Нет, больше не так потупай. Так, Володя, где твои блины вкусные? Вот они. Мне один, пожалуйста. Что это получится у нас? Тройка Маудзедуна. Самолет отправляется. Пристегните ваши ремни. Художник Людмила Кисленок со своим произведением. Куклой, масленицей в скобках, силиконовой галиной. Именно на масленицу они сжигали чучело. Чучело масленицы, которое символизировало зиму. Ты говоришь, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Чудо и несколько недель на лыжах покататься. Ну, чтобы не холодно было. А так вот. И... вот так. Ну все. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Гори-гори ясно. Как хорошо горит. Лето еще лучше. Соломы у нас не получилось, а с газетой великолепно.